Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзор системы прокачки скинов. Посмотрим, сколько действительно нужно для десятки, чтобы прокачать скин на десятку, что он даст, какие изменения будут. Ну и по трешаку полностью прокачаем все скины, которые у меня есть на складе. У меня их, в принципе, на некоторых героев хватает. Там три героя можем на фул даже прокачать. ХГшек у нас хватает. Вот у нас появилась такая кнопочка, где вы можете уже увидеть, сколько какого скина у вас есть. Если облик, видите, тут уже пишется 150-50, то есть у меня облики, в принципе, на аккаунте на основе есть все, на китайке тоже практически все. Кстати, давайте зайдем на китайку, покажу, что на китайке уже делается с акциями. Там начали уже тотальную распродажу скинов, потому что их качать очень долго мы будем с такими темпами. Так, вот наши акции сегодня. Вот видите, продают три раза по 150, получу по 150, причем намного дешевле, чем у нас. То есть 150 осколочков, тут можете собрать по 100. В принципе, очень даже неплохо, выгодно. Ладно, возвращаемся на основу. Саму систему я вам уже показывал. То есть для прокачки того или иного скина вам нужно будет, вот нажимаем на улучшение, еще начиная от 10 осколков. Плюс кигашки. Каждый раз это будет увеличиваться. Максимум, насколько я знаю, у нас есть 10 левелов. Сейчас мы это проверим. Может и больше. Будем сразу же считать, сколько нам нужно кигашек для этого всего. Ну, я думаю, немало. Давайте начнем со скина тыковки. Очень интересно будет, она участвует везде. Насколько усиления будут. Так, вот скин тыквы. Сам он по себе, как видите, дает плюс 50 тысяч жизней и 650 к уклонению. Ну что, поехали. На первый нам надо 560 кгшек и 10 осколков. У меня их есть всего 410. Так, с второго на третий уровень нам уже нужно 840 и 15. Дальше 1120, 20 штук, 1400, видите, как кгшки увеличивается, 25, 1680, 30, 1960, 35, 2240, 40, 2520, 45, 2800, все, максимум. То есть максимальный уровень у нас получается 10. Как видите, атака плюс 400, жизнь плюс 60 тысяч. Ну, теперь выходим отсюда, ищем нашу тыковку. Интересно, еще будет или будут сортироваться скины теперь по зависимости от прокачки. Так, ну что у нас получилось в итоге? Вот такие вот атрибуты. Ой, сори, ребят, целое утро разговариваю без перестанку, видосы пишу, немножко уже даже подкрепаю. 10 облик, 10-10, атака плюс 400, точность увеличилась, уклонение 965 стало. Крит удар, крит урона у нас, кстати, не добавилось. Добавилось крит сопротивления. Ну и жизни 60 тысяч. На это все у нас ушло 15120 кгшек. И 250, как я и говорил, 250 осколков. Плюс сам еще скин. Получается, нам на одного героя в сумме нужно уже 300 осколков. Не знаю, каким образом мы будем их собирать. Но, конечно, радует эта новая акция, где можно без донатом собрать, но там всего лишь 75 осколков. Так,
Окей, ну, в принципе, сами видите, параметры просто бешеные, если так смотреть, сравнивать, да, прибавка очень-очень-очень крутая получается. Так, давайте теперь по очереди все скины прокачиваем. ГГшек у меня хватает на аккаунте, единственное, не хватает очень скинов. Так, 50. Видите, по 6 силы добавляет. Сейчас мы дойдем кого-то на максимум, а то я пропустил. В принципе, тоже неплохо. Очередная прокачка силы. Хорошо, что я в свое время не сливал эти все скины. Но много я и не покупал. Так. Макросик наш. А, вот дальше по 9 идет. Отлично, вообще отличненько. Ну, теперь надо будет опять же все скины скупать. 9-12 идет дальше. Сейчас мы дойдем до кого-то, у кого есть больше скинов. Неплохо можно будет еще отсюда силы поднять. Вот, смотрим на примере. Так, 3 по 6. Дальше идет по 9 и дальше идет по 12. Вот так вот максимум. Ну, неплохо, неплохо. И все. Не, не все. Так. Наверху. На максимуме у нас будет тоже. Ну, я думаю, неплохое, неплохое. Неплохая тема для донатов. Для без донатов, конечно, это очередной разрыв. Как и в силе, так и в прокачке. Вот смотрите, сколько я силы прибавил. Но это для меня, скажем так, очень значительно, потому что у меня страдают просветы, из-за этого я не могу попасть в топ. Теперь будет. Так, давайте проверим. Так, тут мы не можем. 5-5. Хоть как-то еще плюс прибавка к силе будет. Думаю, скоро дойдем. До 500 жалко, конечно, что они увеличили. Ну, почти десятка. Увеличили следующий титул. Сделали его вместо 500 520. Ну, прибавочка, я вам скажу. Просто четкая. Так. Все вроде. Максималка, максималка. Я думаю, теперь уже лишние скины от этих можно продать. Хотя, судя по всему, лучше все-таки это все держать. Так, ну, я не знаю, сколько там у меня силы было. Мы еще прибавили. Так, ну-ка, интересно посмотреть на того же самого Анубиса. Какие там изменения? Хорошо, что опять перестановка не сделалась, потому что если бы еще по левелу там перестановка между ними была, то это было бы реально очень жестко. Так, показать больше. Ну, смотрите, параметры довольно-таки неплохо выросли. Отлично просто. Да, ну, конечно, в очередной раз удивляюсь. Давайте, у меня еще есть, тут у нас есть две новых Афины. Давайте немножко поролим, может, что-то интересное выпадет. Хочу на одну огненную защиту поставить и еще на одну поставить, попробовать. Ну и потом талантик. Вот, огненная защита. Читер, в общем, я.
Как обычно, так, это какая-то с воодушевлением. Это бог войны, так, атакующие сделаем на одну, а такие сделаем, или наоборот сделать, атакующие по отдельности, чтобы, если что, можно было взять и одну, и вторую, потом атакующую пачку. Хотя, с другой стороны, так лучше. Все равно я Афину там особо не использую. И мы тут потом, если что, бог войны сольем, поставим другой талантик. Так, ну, меняем. Улучшаем сразу. Блоков рун хотя бы нас уже достатки. Не нуждаясь. Вот, в принципе, с огненной защитой у нее есть иммунитет к молчанию и к бедствию. В принципе, будем пробовать ее на битве гильдии. Сделаем седьмые руны и потрешуем. Все, пишите комменты, подписывайтесь обязательно на канал. Всем удачи, ребят. Обнова реально интересная, но, опять же, не для всех. Многие все-таки кинут игру, и уже многие писали про слив аккаунта. Вот так вот. Все, всем удачи, всем пока.